Влада, ты знала, что Ларс фон Триер, ну, говноед? Ну да, 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 да. И любят его люди вообще без какого-либо художественного вкуса. Как там на вот месте? Типичный набор псевдоинтеллектуала. Это любимый кинокритик Антон Долин, любимый режиссер Ларс фон Триер. Заметил, что люди, которые критикуют искусство, сидят и критикуют искусство, а которые действительно его любят, им занимаются прямо не сейчас. Не всегда. К примеру, я критикую искусство, но также его и создаю. Ты сейчас ничего не создаешь, мальчик, я создаю. Девочка, лучше не создавать искусство, чем создавать вот такое. Говорят дилетанты. Эх, ты дилетантка, Влада. Мальчик, ты с женщинами так не разговаривай, а то так и останешься девственником. Девочка, с женщинами разговаривать? У вас даже ума не хватает понять нашу речь. Вы даже не люди, понимаешь? Настоящий петух должен быть разукрашен. Гениально! Ты это сделала?